Всем доброе утро, ребят. Ну что, продолжаем веселуху на русском сервере. Сегодня у нас 8, у вас, наверное, это будет уже 9 число. На русском сервере добавили наконец-то коллекционера, и мы сегодня паролим аккаунт моего подписчика Миши. Спасибо ему за такой ак. 100 косамов немногие могут накопить. У нас сегодня и коллекционер героев, и трата. В общем, все как всегда, дофигище всего, но только награды, как обычно, на русском сервере. Ну, просто печально. Хотелось бы, конечно, чтобы они это поменяли, но... Так, он очень хочет увидеть Космо и Буки. Вот так вот. Если будет Космо и Буки, ну, блин, столько самого, мы просто обязаны их вытащить. То все будет good. Находится он в гильдии Dreamline. Кидайте заявочки, вступайте. Пропуск БГ-кик. Ежедневная прокачка часовых. Я уже даже забыл, что такое часовые. Честно говоря, я уже туда так давно забегал. Такс. Вот такой вот у нас коллекционер на русском. Да, коллекционер, классно, круто. То, что за слизней можно собрать 10-ю эмблему. Но остальные-то плюхи вообще никакие. Ну, просто это ни о чем. Если сравнивать с АЭСом и с английским сервером, это просто бомжи Коля. По-другому его не назовешь. Ну, и трата, честно говоря, тоже такая. 100к все-таки на Тайване за 80к, по-моему. 8 или 88, там можно зефира собрать 60 или 80 осколков. Здесь же это просто печаль. Вот реально, было бы круто, конечно, если бы было такое накопление и возможность собрать. Но они же, конечно, на русском сервере зажрались. Просто тупо зажрались. Поэтому люди здесь и сливают аккаунт и уходят. И я отсюда из-за этого ушел, потому что, ну, бессмысленный сервак во всех смыслах, хардкорные, как многие говорят там и прочее, но это не та игра, где стоит сидеть вот эти все локации, сидеть играть сутками. Приходит один донат с минимальным донатом, он твои пару лет игры убивает просто нафиг. Ну, это неправильно, то есть они похерили игру, а на русском сервере то тем более. Да, есть сейчас некоторые акции, которые на русском дешевле, но я не знаю. Очень много ребят ушли с русского сервера и не жалею. Такс, окей, поехали посмотрим, что у него по героям есть. 77,99. Фобушки нет, Космо нет. Зефир, понятно. Ну, у него нормально-то героев нету. Землеройки нету. Че, землеройку он не хочет. Землеройка реально крутой. Землеройка, наверное, по полезности намного круче, нежели Бугич. Так, окей, ну что, поехали. Поехали испытывать удачу. Нам нужен, ребятушки, Космо. Кенди. Ну, почти Кенди, почти как Космо. Бог Грома. Суккубик. Пожалуйста, вот так вот. Королева Ос. Сразу же, ребята, сразу же практически выбиваем недостающего героя. Ну, неплохо. Поехали дальше. Риантик. Интересно, а 100к хватит, чтобы собрать всех слизней? Мне вот очень интересно. Капитан Дрейк, королева Гарпий. Инка. Суккубик. Заклинательница. Ну, такое, бочка. Седнушка, ПБшечка. Варлок. Рыцарь. Ну, рыцарь. Это такое. Да, смотрите, 25, почти 30к мы уже слили. И просто печаль. Ну, слизней 12-15. Еще осталось только хладного призрака вытащить.
и считайте, жизнь удалась. Коллекционер на русском собран, правда, он никакой вообще. Нифига себе, что его герои творят. Прям жесткие. Так, давайте откроем. Домчик, ну давай дупляйся уже, махатмушка, ББшечка, ниндзя. Знаете, это то чувство, когда у тебя есть дофигища, вот реально. Героев на складе, они тебе повторно падают. Это у нас, вот я, было бы круто, если бы было бы как Бравл Старс. Выпал герой, тебе он больше не падает. Королева гарпий, тыква, ну просто печаль какая-то. Паладин. Рыцарь. Это жесть. Ара. Пушек. Стрелок. Ну кому нужен стрелок на сегодня? Ну, командорка, ну, как вариант. Блин, ну это жесть. Это реально. На предыдущем роллинге, вот командора мы получили, на предыдущем роллинге выпал и Космо, и все то, что ему надо. Но это просто писец. Какие-то подставы, знаете. Вот. Чем больше самоцветов, тем сложнее вытащить недостающего героя. Хранитель Сноу, сразу же так только чик. Подрубили сразу две легенды. Череп. Да Космо дайте, блин. Леди Лео. Скиталец, тоже неплохо, кстати, я так и не чекнул. Пока он бездонатный. Наверное, Battle Pass единственное, что он делал, брал. Ну, хоть последних таких героев повытаскивали, но хотя они, по сути, никакие с тем, что ему надо. В сравнении, так, Миша, он, наверное, что-то уже втыкаю, но Мишаня у него аж по-любому должен быть. Такие бездонаты пособирали. Да какая нафиг заклинательница? Капитан Дрейк, еще один скиталец. Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Еще, блядь, Миша. То чувство, когда Миша приходит везде. Там два Миши, тут два Миши. Ну, в принципе, все логично. IGG что-то знает. Аккаунт Миши и ему. То чувство, когда все правильно падает. Бульдозер. Ронин. Не, ну это издевательство какое-то. Малыш Ник. Паладин. Ниндзя Паладин. Тыква. Знаете, это чувство, когда закидывает именно тех героев, которые очень нужны. Седна уже какая. Душегуб. Блин, 100 тысяч самоцветов. Кенди. 100к и вот такая вот срань, ну это просто издевательство. Имка. Даже перезаходить не хочу. Просто жесть. Хранитель. Малыш Ник. Капитан Дрейк. Раз, два, три. Фараон. Это просто жесть, ребят. Yeah.
Получили мы эту эмблему, получили мы кучу... Ой. Получили мы кучу плюх. Где там наше накопление? Ну, это ж реально печаль. Наверное, все даже не заберем. Ни оккультиста, нифига. Просто писец какой-то. Блин, у него тут места не хватает. Кстати, я так и не смотрел, что у нас на русском. Сегодня опять добавился пак, как-то странно. На русском сервере начали собери пак делать. Да, за такое, ребятушки, надо сделать супер подгон. Тем более это бездонатный аккаунт. Чтобы он еще больше помучился. Сделаем вот такой вот ему подарочек, чтобы он не расстраивался за космо. Ну, там космо сегодня нету, можно было бы и так его забрать. Все таки от души, брат. Не собрали хоть что-то, зато у тебя будет теперь возможность хоть что-то дособирать, и будет интерес дальше играть, потому что многие после такой вот хрени, после таких роллингов просто забивают. Такс. Я не могу получить трейд с выгодой, но он потом почистит себе уже люхи. Давайте попробуем еще. А, подождите, мы же можем так сделать. Сто шестьдесят семь. Вот у него теперь будет желание побыстрее ее собрать. Я не знаю, что там он сегодня у нас, я не помню, какой день, за пределье, через два дня, какой левел он фармит, я не знаю. Хотя, в принципе, мы же можем посмотреть через награды. Вы были в онлайне в течение 365 дней. Эволюция, достижение. Уровень 3, клетка 3. А, уровень сложность нормальный. Но сложновато ему бегать. Ну, зато теперь будет стимул. Я не знаю, наверное, он не фармит, как и многие, потому что это реально сложно. Раем плюхи. Но зато теперь больше стимул будет бегать. Пусть теперь он помучается точно так же, как и мучаются другие. Такс, что я хотел еще? Давайте забежим. Опять с выгодой. Давайте попробуем добить уже. Асурик. Капитан Рогатка. Смотрите, как... Знаете, это перед тем, как ролить, надо просто задонить. И нифига, просто тупо нифига не падает. Ну, все, что мог, сделал, не знаю. Рандомчик, конечно, веселая вещь, особенно на русском сервере, но, к сожалению, ну, я надеюсь, ты ее дособираешь и напишешь, когда ты ее дособираешь. Мне самому интересно на это посмотреть. В принципе, все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.